Приветствую всех, Виор Воронеж. Сегодня 13 декабря 2023 год. В Воронеже появилась такая проблема. Парковка вдоль дороги. Но дело в том, что машины паркуются не просто вдоль дороги, а под контактной сетью троллейбусов. Вот буквально сейчас мы и наблюдали, что троллейбус вынужден был объехать вот этот грузовик. У него слетели, как говорится, рожки. Троллейбус остановился, он должен выйти и поправить все как нужно. Но в данный момент, как видите, движение остановилось. А в других местах происходит так, что припаркованные автомобили не дают троллейбусу проехать. У него все слетает. Он не может подобраться к контактной сети. И вот сегодня хорошо, что люди вот такие дружные, все пассажиры вышли организованно. Мужчины подтолкнули троллейбус немного вперед, ну как будто объехали припаркованный автомобиль. И троллейбус присоединился к контактной сети и продолжил свое движение. Ну, я думаю, проблема серьезная. Вот сейчас мы снова это видим. У нас вот она троллейбусная сеть, припаркованный грузовик. Троллейбус объезжает его, но ему нужно очень точно проделать эту работу, чтобы не... Вот, пожалуйста, и отрываются контакты. Все, троллейбус остановился. Ну, вы понимаете, что это очень мешает движению троллейбусов, парализует движение. Вот этот грузовик, чего он тут стоит, собственно говоря. Никто эту проблему не регулирует, но я думаю, особенно сегодня, когда движение на дорогах сложное, у нас снегопад второй день, и этой проблемой нужно заниматься серьезно. Воронеж, 13 декабря 2023 год.